Покажу новую классную тему для смартфона в Xiaomi. Обратите внимание, очень красивые ярлыки всех приложений перерисованные и измененные. Центр управления вот такой, вот интересный. Тоже самое классное тут это экран блокировки. Обратите внимание, есть индикатор зарядки, даже компас. Приложения, которые имеют быстрый доступ. Вы нажали YouTube, сразу попадете в YouTube. Также погода, дата, время. Замечательный экран блокировки, если честно. Как называется, где скачать приложение, точнее, сказать эту тему. Заходите в свои настройки, спускаетесь в темы. И вот сюда, в строку поиска тем, пишите название данной темы. Я ее уже скачал, установил. Называется она вот так. Пишите в строке поиска именно это. Глоссы. Нижнее подчеркивание V2 без ошибок. Найдете и скачаете и установите ее. После этого, друзья, я вас приглашаю в свой телеграм. И справа сверху в строке поиска пишите вот эти три слова. Переходите, присоединяйтесь на канал, скачивайте лучшие премиум приложения. Это лучше даже, чем Play Market.